Доброго дня, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасев, приветствую вас на YouTube-канале «Планета Дзюдо» и наша постоянная рубрика «Библиотека боевых искусств», где мы знакомим вас с различными изданиями, книгами, литературой в области боевых искусств и различных видов борьбы. Итак, сегодня у меня в руках, можно сказать, уже, ну, не, в кавычках, антикварная книга. Не знаю, есть ли она, можно ли ее найти в продаже, переиздавалась ли она. Это небольшая книга. Автор этой книги является Эйгминас. Сейчас я посмотрю, извините, не посмотрел сразу его инициалы. Вот она называется так: «Самбо. Первые шаги». Вот такая интересная книжка, небольшая. Она издана в 1992 году издательством «Физкультура и спорт». И давайте мы сейчас прочтем небольшую аннотацию к этой книге и об авторе. Итак, это научно-методическое пособие. Автор Францишкус Антонович Эйгминас. Автор книги – мастер спорта по самбо, председатель Федерации самбо Литвы. Ну, я так думаю, что это на тот момент, на 1992 год, автор этой книги Францишкус Эйгминас был председателем Федерации самбо Литвы. Он знакомит читателей с основными приемами этого популярного вида борьбы. Значительный интерес представляет раздел, в котором описываются защитные приемы для дружинников, которые можно разучивать как с тренером, так и самостоятельно. Книга рекомендована для широкого круга любителей борьбы самбо. Вот такое описание этой книги. Она небольшая, но очень интересна, на мой взгляд. Ну, интересно в каком смысле, что можно посмотреть, все-таки проследить историю написания книг о боевых искусствах, о видах борьбы, где-то сделать сравнительный анализ, и кто изучает именно, допустим, в данном случае борьбу самбо, эта книга всегда будет полезна, потому что можно что-то всегда подчеркнуть интересное из таких книг, которые изданы были достаточно давно уже. Вот, допустим, мы с вами посмотрим оглавление, содержание этой книги, значит, общие положения, организации занятий и методика обучения, изучение наиболее популярных приемов, основные правила соревнований, разрядные требования, спортивные классификации, приемы для дружинников. Конечно, многое изменилось, но что-то всегда остается неизменным. И хочу еще зачитать некоторые выдержки из этой книги. Допустим, вот интересный текст. «Борьба самбо – прекрасное средство физического развития и закалки. Представляет собой чрезвычайно ценный по многообразию технический вид спорта». Вот такая замечательная книга. Здесь есть достаточно много иллюстраций в виде рисунков различных приемов и техник, которые выполняются в борьбе самбо. Вот видите их описание. А также в конце книги вот как раз есть для такие зарисовки для дружинников, которые можно изучать для изучения самозащиты и специальных приемов самозащиты. Итак, книга «Самбо. Первые шаги». Автор Францишкус Эйгминас.
издательство «Физкультура и спорт», 1992 год. Возможно, вы сможете найти ее в сети интернет, может быть, она где-то есть у кого-то, кто на книжных развалах, кто продает эту книгу, может быть, кому-то она не нужна, и вы сможете пополнить библиотеку такой интересной книгой. Рекомендую.